Представьтесь, пожалуйста. Кузьмин Валерий Александрович, 70-й. 158-я, 3-я. Так, задержанный, да, у нас по... В городе Твери, 1 сентября. Вот это что вы сделали? Что вы сделали? Открыл замок. Так, зашел. Вот, открыл, отвертку надавил, и все, дверь открылась. Так, в квартире-то как? Помните обстановку? Точно не могу сказать, одна комната, я помню. Угу. Из нее что-то похитили? Денежные средства в размере 11-12 тысяч. Угу. Так, потом ваши действия-то какие? Спустился на третий этаж. Ага, так, покажете нам? Покажу. Квартира. Угу. Вот это квартира. Угу. Так, здесь? Здесь что? Отсюда похитил замок. А как открывали? Ну, то же самое, как и на пятом этаже. Поддел замок. Ага. И открыл дверь. Так, а здесь обстановку помните в квартире? Да там она пустая практически была, квартира. Угу. Вот взял золотые изделия и ушел. Еще куда-то, может быть, вы ездили? Нет. Потом уехал в Твери.